Дорогие мои, любимые мои, я знаю, что вы любите халяву и розыгрыши, которые я провожу для вас. Но имейте совесть, а? Где лайки? Слышь ты, Гондос, я тебе лайки ставлю, ты мне не ставишь. Ты вообще понимаешь, чем ты занимаешься в этой жизни? Вот так, старайся, ами. Короче, хулиганье, и еще раз такое повторится, эх. Я накажу тебя жестоко, ты понял? Хоть вы и не набрали 100 лайков, короче, победитель на эту ламбу сейчас находится у вас на экранах. Пожалуйста, свяжись со мной, чтобы забрать приз себе. Ну а мы, друзья, идем дальше, погнали. Ну а перед тем, как мы сейчас начнем, я приглашаю тебя, именно тебя, братишка, играть вместе со мной на Гранд РП первый сервер. И чтобы твой путь не начинался с бомжа, я дарю тебе 250 тысяч долларов и 7 дней VIP. С помощью которой ты будешь еще больше зарабатывать и быстрее прокачивать своего персонажа. А получить ты их можешь, если перейдешь по ссылке в описании и зарегистрируешься. Или же ты уже находишься в игре, через телефон заходишь в подарки и в эту строку вобьешь мой промокод ИГРАД. Ну а теперь, собственно, к ролику. Погнали! Ну что ж, друзья мои, у меня для вас есть хорошая новость. Для тех, кто играл на 4-м и на 3-м сервере, вы теперь переезжаете на 1-й сервер, где играю я. Почему так? Ну, потому что разработчики так решили. Это будет в скором времени. Не волнуйтесь, все ваше имущество также будет перенесено на 1-й сервер. Но для меня, мне кажется, это хорошая новость, потому что вы сможете, во-первых, мои подписчики, участвовать в моих видеороликах, в моих челленджах, в моих розыгрышах и играть вообще вместе со мной. По мне так заебись. И да, друзья, вышла вторая часть крупного обновления. Добавили новые контейнеры. Давайте я вам покажу. Вообще добавлено было очень много чего, но были добавлены новые контейнеры, которые я так долго ждал. Как вы можете заметить, их огромное просто количество. Шестиколесники, вот это тоже машина шестиколесник. Вот это что это за электрокар какой-то из будущего? Гелик, Мерседес, Ламба, Авитадор, Porsche 911 Turbo 21 года. Кстати, половину тачек они, короче, запихнули и в контейнеры, и в рулетку. Вот и момент вот этот непонятен, зачем было это делать, как бы тогда легче рулетку пойти пооткрывать, да, и есть шанс на то, что ты выбьешь эту тачку. Вот такой вот джип-лимузин есть. И также они оставили старые контейнеры, которые были до этого. Очень много тачек. Знаете что, давайте будем действовать сегодня по моей тактике. У нас 20 тысяч доната, между прочим. Я хочу попробовать одну вещь. Давайте будем открывать вот в надежде, что выбьем вот это вот непонятное. Понятно, что, да, гарантированный приз 500 тысяч, 800, 600, ну ладно, давайте начнем с этой херни непонятной и будем дальше действовать по моей тактике. Возможно, не исключено, сегодня заберем не один автомобиль, а даже несколько. Подожди, 100 тысяч? Ты сейчас реально мне дал 100 тысяч? Открытие сколько стоило? 900? Или у меня в глазах сейчас ебалась проститутка? Открытие стоит 900 рублей доната, между прочим. Не, должна дать. Ну, никак иначе. 100 тысяч ты мне даешь 3 раза подряд? Увольте нахуй эту официантку ебучую. Сейчас 4-й раз, да, смотри. Ты чё, тварь? Выйдем с тобой, сейчас поговорим. Так, переходим к автомобилю, который я больше всего хочу. Это BMW M8 F91. 750 стоит одно открытие. Блядь, давайте открывать его. Не дай бог, сейчас тоже тут будет по 100 тысяч давать. 200! Ну, на 100 тысяч больше, но и открытие дешевле, между прочим. Открытие дешевле. Сейчас, смотри, 200. 100. Они, что вы сделали с кейсами, уважаемые разработчики? Вы их настолько понерфили, что тачки не даются, и даются одни и те же суммы. Ну вот, просто, и котка аж напала, сука. Вот 100, вот 150 и вот 200. Это серая зона для нищих, блядь, для нищих. У меня 20 тысяч доната. Сука, я уже потратил кругленькую сумму. Хоть я открыл и нихуя не выбил, но вы мне можете дать... Какие 100 тысяч? Алло, Карл, у меня 7 тысяч доната я уже потратил. 7 тысяч донат. Так, тихо. Сейчас надо расслабиться. А как ты тут расслабишься, если мы, сука, в серой зоне? Мы в серой зоне нищеты.
Нищета, блядь, нищета. И сейчас 100, 150, блядь. Ты... Они что-то с ними сделали, с этими новыми контейнерами. Либо это пока что, понимаешь, только сегодня вышла эта обнова, и они... Да ты посмотри! Ну, вы видите, что происходит? Вы видите, что происходит? Я лично в ахуе, если честно. Я прям действительно в ахуе. Подкрученная хуйня получается. 10 тысяч донатов у меня улетело по 100 тысяч виртов. Я недоволен, честное слово. Говорю вам, как есть, блядь, на духу. Я недоволен тем, что они переработали каким-то макаром. И, блядь, сделали серую зону, блядь. Последний 10-й контейнер я открываю из здешних, потому что мы получим хотя бы 500 тысяч, блядь, сверху. Ладно, так и быть. Ну, это опять бабки. Это не машина. Это не машина. 400 тысяч, да? Серьезно? Ты начал давать, блядь? Ты начал что-то давать? Рили, да? Рили. Ладненько. 10 мы открыли. 10 мы открыли. Что бы еще пооткрывать? Что бы еще? Мне больше, в принципе, ничего не... Вот это что-то интересное. Вот это что-то... Ну, дорого, блядь. Косарь. Целый косарь, блядь. Это косарь 200, блядь, стоит. Ну, она опять же не дает, по 100 тысяч дает, да? По 100? А мы ее открывали? Или какую мы с вами открывали? А давай попробуем вот этот Rolls-Royce открыть. 1200. А вдруг сейчас выпадет, блядь, тачка сразу с первого контейнера? А вдруг? Миллиончик. Подожди, а миллиончик это какая? Это 2%, между прочим. 2. А я еще раз тогда открою. А вдруг ручку мне пазала 200. Ясно, опять серая зона. Здравствуйте, блядь. Серая зона, я вас приветствую. Вам чем-то помочь? 400 тысяч. 100, 150, 200 редко. И 400 тысяч. Вот все, что единственное падает с этих новых контейнеров. Я думал в начале ролика, что сегодня, блядь, нихуя себе, я сейчас выбью одну или две тачки, но я не выбил от слова совсем нихуя. Друзья, 4000 доната осталось, и у меня есть такое ощущение, что, ну нихуя, извините, меня не выпадет. Ролик идет очень маленькое количество времени, а я уже проебал 20 тысяч доната. Сейчас единственная вся надежда на рулетку, вот честно. Единственная вся надежда на то, что с рулетки что-то нам интересное выпадет. Давайте откроем на 4000 рублей рулеточку, блядь. Дай бог тебе здоровья, если ты сейчас выпадешь, пожалуйста. А знаешь, почему мне ничего не выпало? Да потому что кто-то лайк не прожал. Кто-то зажал свой вот этот лайкосик, в жопе палец держит. И рулетка, кстати, тоже сейчас зажала. Но мы, друзья, не унываем. И мы сейчас открываем еще одну тройку игроков. Бугатти пролетела. Ну, если что, держу в курсе. 80. Тачка за 555. Это нихуя нас не... Блять, смотри, легенды. Просто одни легенды. Випка 500. Ладно, принято. 25. И автомобиль за 685. Мы хотя бы окупили это открытие на 200 рублей. Да, Бугатти! Пожалуйста. Пожалуйста, ну что? Что тебе стоит? Не, 2000. Ладно. Ты сейчас, вот прямо сейчас. Ты, пожалуйста. Ну, пожалуйста, я ж попросил. Я ж сказал волшебное слово. Пожалуйста. 25, 80. Ну, друзья, вы сами все прекрасно видите. 300, 25, 300. 590. Хорошо. Еще раз. 80. Еще раз. 80. Сколько там стоит броник открыть? Один броник, пожалуйста. 100 рублей доната. И не хватает. Ну что ж, я могу сказать. Вот такое вот открытие, друзья. Я, честно, был рад, во-первых, то, что произошло столько там нововведений, обновления, новые контейнеры. Да, это хорошо. Но сегодня, в день обновления... Я вам не советую открывать. Ну, наверное, этот ролик выйдет чуть позже. Но я очень сильно удивлен, и я очень расстроился. Знаете, 20 тысяч доната, это такая, в принципе, ну, хорошая сумма, которой можно было бы... Хотя, чего я удивляюсь? Даже несмотря на обновление, у меня были моменты времени, да, в игре, когда я вообще нихуя ни одной тачки из контейнеров не выбивал. Снимал столько роликов, и они не выпадали. Там есть вот этот некий процент, который вот влияет на это все. Поэтому, надеюсь, в следующий раз нам обязательно
повезет. Друзья, играйте вместе со мной, приходите на проект Grand RP, не расстраиваемся. Увидимся с вами в следующем видеоролике. Подписываемся на канал, прожимаем свой палец вверх. И всем спасибо, и увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.